Быть ближе к книгам нам помогает библиотека. Поэтому в день, который призывает вспоминать свои любимые книги, мы отправились в Центральную библиотеку и решили узнать, а какие книги считают любимыми ее сотрудники и читатели. Первое, что мне приходит, наверное, Джек Лондон, Мартин Иден. Одна из таких знаковых книг вообще в литературе, в зарубежной литературе в частности, которая произвела на меня большое впечатление своими эмоциями, своими переживаниями и вообще историей. Лермонтов – герой нашего времени. Может, потому что я выросла на Кавказе, горы, его сомнения, поиск метания, вот, поиск правильности своей жизни, не знаю, как сказать. Вот мне очень нравится, если бы, я часто думаю, что если бы меня отправили на необитаемый остров, да, спрашивают, какую книгу? «Герой нашего времени». Обожаю. Любимая книжка – это «Архимандрита» Тихона. «Не святые святые» – это моя первая книжка, которая мне очень понравилась. Я почитала с удовольствием, и также прочитала эту книжку «Моя мама». И также у нее есть любимая книжка, недавно только почитала, обратила на нее внимание. Если помните советский фильм «Ко мне Мухтар», в котором снимался Юрий Никулин. Я эту книжку прочитала с удовольствием. Вообще, я очень любила в детстве «Четвертую высоту». Елена Ильина, книга, да, очень судьба девочки, девушки Гули Королёвой меня очень потрясла во втором классе. Да, я ее обожала. Васёк Трубачёв и его команда. Почему она любит? А, не его товарищи. Потому что очень интересно, хорошо описывается. Сам Васёк, он такой добрый, товарищи хорошие. Угу. Еще вот Тимур и его команда. Тоже добрый. Но ведь она не современная, эта книжка. Ну и что? Она советская. Мне вообще нравится все советское. Давайте я вам покажу. Давайте посмотрим. Вот. Эрик Брайтшт. Всем советую. Очень интересно. У него много, у него целый мир, волшебный мир. Одна из любимых книг моих, так, это Булгакова «Мастер и Маргарита». Ну, раз, два, три я ее точно перечитывала. У меня, наверное, нет любимой книги, потому что я чересчур много читаю. Поэтому я не могу ни одну назвать никакую. Каждое лето перечитываю книгу Дмитрия Быкова «Остромов» или «Ученик чародея». Она меня заряжает на ожидание чудес в жизни. Угу. Хотя она плохо кончается, но все равно почему-то после нее ожидаются всякие чудеса. Так как сегодня день любимой книжки, к нам приходил детский сад, которые вспоминали свои любимые книжки, рассказывали о своих любимых книжках. И вот у нас такое вот есть дерево, книжное дерево, так сказать. И вот они здесь в сердечках рисовали своих любимых героев, писали названия своих любимых сказок. Конечно, у многих любимая книга не одна, а несколько. И у меня, кстати, тоже. Одна из них – Тургенев «Отцы и дети». Я ее перечитывала трижды и каждый раз воспринимала по-другому. Интересно, а какие книги в библиотеке пользуются наибольшей популярностью в наши дни? У нас есть даже специальная тетрадка, в которой мы записываем желающих прочитать определенные книги. Сейчас у нас фаворит – это молодой писатель, российский молодой писатель Гузель Яхина. Очередь на ее два бестселлера – это «Зулейха открывает глаза» и «Дети мои». Какова же очередь? Какова очередь? Ну, порядка, наверное, 10 человек. Я уверена, что пока вы смотрели этот сюжет, то вспоминали свои любимые книги. Придите в библиотеку, найдите их и перечитайте еще раз. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Елена Кошелева. «Видное ТВ».